Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые, ждут тебя в описании. $3.50 баланс на инсейне, и прямо сейчас мы оказались на самом окупаемом краш-сайте не просто так. Наша цель — поднять ножик именно с трех бочей. Ну, можно сказать, с 3.5, это примерно 300 рублей, но суть в том, что нож с 300 рублей кожится с чем-то невозможным. Но сегодня мы проверяем тактику от подписчика. И если я с его помощью, с его тактики поднимаю нож, то я ему увожу этот ножик, ну и, конечно же, просто дарю. Либо 5000 рублей. Но если я проигрываю, то получается все квиты. Поэтому обязательно поставьте прямо сейчас лайкосик перед тем, как мы еще не зашли во все эти бомбовые режимы. Конечно же, не забывайте, что если вы зайдете на сайт на Insane, когда-нибудь, просто захотите поиграть, можете воспользоваться промокодом Predator. Это самый рабочий промокод на первый депозит, который дает, секундочку, плюс 100%. Да, ты не ошибся. Когда ты заходишь и депаешь 100 рублей, ты получаешь 120. Ой, 200. Когда ты депаешь 1000, получаешь 2. То есть любая твоя сумма, она умножается на 100%. Даже если ты закинешь 1 миллион. Ну, по факту ты можешь это сделать. И ты получишь плюс 1 миллион. Но, если ты первый депозит просрал, там задепозитил, например, 1000 рублей, и больше у тебя его нету. Второй последующий промокод Predator 30. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Любая сумма, которую ты бы не закинул через этот сайт, и промокод Predator 30 умножается на 30%. Самые рабочие промокоды — это два промокода, которые я дал, поэтому обязательно используйте их. Ну а мы начинаем. Ну и, конечно, мы начинаем с платного режима. Это минер 3.5. Ну поехали. Сейчас вот хочется просто самого главного первого раза выиграть. Это будет идеально, потому что прошлый ролик, я уже записывал, пацаны, инсенчик, я просто слил прям в самом начале, это было пипец как обидно. Здравствуйте, 6.86. И мы на один шаг ближе к тому, чтобы подписчику скинуть нож и себе заработать. Слушай, ну вот я думаю о том, что если сегодня мы вместе с вами получится поднять ножик, давайте попробуем поднять ножик подороже. Ну, что-то такое прям необычное сделаем и уникальное. 6.86, заходим в апгрейд, и давай попробуем полторашечку. Блин, вот сейчас хотелось очень сильно нажать на 2, но я просто себя переборол, потому что понял, что, скорее всего, коэффициент 2 просто может не зайти. А если он не зайдет, будет пипец как обидно. Поэтому 10.29, поехали сейчас. Блин, ну, по сути, надо возвращаться. Возвращаться и играть в минер. Ну, прикинь, у нас уже десятка. Это очень жестко. То есть, если мы сейчас сделаем, это уже двадцатка. Двадцатки — это уже 40. То есть, по сути, нам до самого дешевого ножа не хватает всего лишь 3 ставки. Как бы грустно это не было, кажется, да, как будто бы, ну, быстро. Ну да, это быстро, действительно так. Давай попробуем. Заходим в минера. 5. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Идеально, просто идеально, 20 бочей. Слушай, пока что все идет очень замечательно. Мне кажется, вот лучше, чем сейчас, просто быть не может. $20, 15 центов, 2 ставки зашло. Попробуем апгрейд, это будет 30-ка. Слушайте, тогда вот если уж прям так летим, тогда, может, пойдем и в крашах поиграем? Просто посмотрим, что у нас здесь. Я не успел поставить, все. Если бы я сейчас успел, я просто увидел 2 единички, сразу хотел всунуть на 1.5, потому что понимал, что, блин, краш здесь очень крутой. Прям невероятно крутой. Здесь платный краш, он отличается от бесплатного. То есть тут есть бесплатный, посмотри, 1.1, 1.07. Он примерно такой же, как на CSFL, на CSGO Run, но краш плюс — это реальная имба. Прям реальная. Поэтому 20 бачей. Ну, сейчас ставить не будем сюда, потому что уже опять не успели. Пойдем. Давайте поиграем в апгрейд. Блин, и вот сейчас самое главное, чтобы мы просто взяли и подняли. Потому что коэффициент 1.5, он тоже может не зайти. Но заходит. $30. 19 центов. Идеалити. Вот это очень круто. И вот сейчас начинается, можно сказать, самое интересное. Потому что у нас наклейка Глейва полетит в минер. Если минер заходит, это 60. А потом уже 120. Фух, поехали. Самое главное в этом моменте — просто продолжать делать. То есть даже если тебе кажется, что что-то может пойти не так, ты просто берешь и просто делаешь. Потому что сейчас 60 бачей — это уже 6000 рублей. И вот представь, если сейчас еще одна ставка зайдет, у нас будет 120 бачей — это уже нож подписчику. А если 120 зайдет на 2, то это нож и мне, и подписчику. Что думаете? Ну, по сути, тактика заключается в чем?
Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть, если сейчас мы закрываем первую, третью и пятую, то наш подписчик уже выиграл. Но это будет честно. То есть, вот такая у него была тактика. У него получилось, у него зашло, поэтому давайте сделаем вместе с вами. А там, если у нас еще раз зайдет, но мы уже сделаем маленько другое. Поэтому поехали. 59 бачей. Раз. Да ладно! Просто с первой! Хорошо. Обязательно, господа, поставьте лайкосик. Если будете играть, используйте промокод Predator и Predator 30. Самый рабочий, самый окупаемый промокоды, которые только здесь есть. Ну, не зашло. Жду ваши тактики ВК.